Кто сказал, что холостяцкая еда не может быть вкусной? Я очень люблю завтракать дома, на природе. Люблю завтракать в гостях. Я просто люблю завтракать. Но я оказался в сложной жизненной ситуации, когда уже целый месяц жены нет дома, и мне приходится саму себе готовить завтрак. Сегодня я буду готовить сосиски с яйцом. Кстати, сосиски очень рекомендую. Вкусные. На все на это мы потратим не более 5 минут. А если еще умудримся подать красиво, то получим двойное удовольствие. Итак, берем сосиску. И красиво ее нарезаем кружочками. Берем масло. Наливаем его в сковородку. Это чтобы наша сосиска не прилипала. Поджигаем. Укладываем аккуратно нарезанные кружочками сосиски. Получилось такое солнышко. Поджариваем. Уже, наверное, готово с одной стороны. Переворачиваем. Надо пользоваться лопаточкой, как говорит жена, чтобы не попортить покрытие сковородки. Ну вот, удачно все получилось. Беленькое. Вот, теперь у нас солнышко получилось уже поджаренное. С одной стороны. Берем яйцо и красиво его раздеваем. Вот получилось такое солнышко с яйцом. Чуть-чуть солим. Получилось очень красиво. Берем подставочку. И подаем красиво на стол. Получаем двойное удовольствие. Приятного аппетита!